что, ребята, Stage 8 покупаем. Да! Ничего себе! Красная сила, смотрите! Вау! Я просто весь горю! Я вот такой вот маленький, черненький, с красными глазами, горящими. Непонятно, какое существо. Теперь я стану таким же, но огромным. Смотрим. Бах! Ну что? Вау! Ребята, смотрите, каким я стал. Ну что, кто там нарывался? Где этот чувак? Все, сбежал сразу. Вы на канале Cool Games, и мы продолжаем играть в новый симулятор качка в Roblox. Давненько я не выпускал серии по этой игре, по этому режиму, но поверьте, время я зря не терял. Я качался, я получил уже новую силу, это какая-то зеленая сила, смотрите. Вот таким я свечусь зеленым, вот. Кто? Вот, у кого-то, кстати, такая же сила, вот так я с этими чуваками также умею делать. Но сегодня, ребята, мы с вами будем покупать уже новую силу, и еще круче. Зеленую я не записывал специально, потому что, ну а что там показывать? Вот такая вот зеленая, да и все. Нам нужна еще круче сила, поэтому сегодня у нас будет предпоследняя сила. Я насобирал 637 квадриллионов денег. И теперь мне должно хватить вроде бы на эту силу. Давай посмотрим. Да, меня кто-то только что прибил, потому что я, кстати, недавно продал свою всю силу. Получил денежки, но продал я не специально. Я хотел показать, каким я был здоровенным, но нечаянно наступил ножкой на магазин и все продалось. Так, давай посмотрим. Так, подгружается. Ну что, смотрим, сколько следующая сила стоит. 630 квадриллионов. Ну что, ребята, Stage 8 покупаем. Да! Ничего себе! Красная сила, смотрите. Вау! Я просто весь горю. Ничего себе! Кулачки мои и ноги. Я не знаю, что она делает, вообще во что она будет превращать, но сейчас мы разберемся. Берем карандашик и сразу же получаем 318 тысяч за один подъем карандаша. Ладно, продаем. И как обычно... О, кто-то меня в золото превратил или во что? Я не понял. Нет, это не золото. Или золото? Я не понял. Нет, это просто... Подожди, чё я не появляюсь? Эй, чувак, вот чувак, ты нарываешься. Вот ты точно нарываешься. Зачем ты всех бьешь? И меня тоже. Тебе хана, поверь. Сейчас я все сделаю. Потом месть моя будет просто ужасной. Ну что, давайте, ребята, продаем. Так, я все продал вроде бы. И начинаем покупки. Кстати, может сразу же сходу мне купить лучше в магазинчике. Например, за 50 рубаксиков 190 миллионов. Давай купим. Так, и погнали покупаться. Так, вот сюда. Мне нужна генетика сразу. Какая-нибудь за... Так... Ох, миллиончики пошли. Ну, давай за 25 миллионов генетику возьму. И теперь, что мы можем предмет какой купить? Так, вот сюда. Как я быстро бегаю! За 160 миллионов что там можно купить? Тачку можно? Банкомат? Давай банкомат, значит, купим. Ну что? Банкоматик! Что? Все заполнено уже! Продаем, у меня уже миллиарды пошли. Так, нужна генетика. Что я могу купить за миллиардики? Так, это триллионы, еще рановато нам. Так, за 4, 1,6. Давай 1,6 сделаем. Качнем разочек и продаем. Так, давай, генетика. У меня 2,4 миллиарда. Покупаем вот эту генетику. Так, ну что, давай еще. Воу, я вырос. Кстати, трансформации нет, ладно, пока будем без трансформации. Чувак, ты готовься. Вот этот белый с крыльями. Тебе просто будет хана. Я отомщу тебе. Что у меня тут? 80 миллиардов есть. Мне нужно 5 генетика. У меня просто все заканчивается. За 80... Чего я могу купить? Так. 87 нужно, кстати. Давай. Так. Качнем разочек. Продаем. Вот. У меня уже 100 есть. Может, давай еще качнем? Так. Пару раз. Так. Продаем. Сколько у меня? Чувак,
Чуваку может уже втащить взять? Он сейчас меня побьет, нет? Он меня может побить, ребят. Так, 180 есть миллиардов. Давай, что мы покупаем? Вот эту генетику. Так, и теперь покупаем... Так, магаз опять. Он сейчас побьет меня. 93 миллиарда есть, что я куплю? 93, грузовик. Купился грузовик? 29 нужно. Есть, купился, уже все подглючивает. Фух, ребят, грузовичок мне дает 100 миллиардов за один подъем. Так, сейчас мы триллиончик накачаем. Ну что, чувак, иди-ка сюда. На, давай-ка. Вот так, ничего себе я его превратил. Но меня тоже... Это его друг, да? Это его друг. Вот это друг его. Он... Ладно. Короче, вы сейчас отхватите у меня вдвоем. Все. И ты, и твой друг получите у меня. Поверьте, я церемониться с вами не буду. Что? Иди сюда! Во, ребята, смотрите. Во что он превращается? Сейчас друг придет на разборки, да? Эй, друга втащим сейчас. Ну что, дружок, иди сюда. Давай, давай. О, нет, что-то он... Да. Вот это я понимаю сила. Хо-хо, ребята. Можно сказать, что я уже почти самый сильный. Так, они могут на меня вдвоем напасть. Эй, они вдвоем! Вдвоем нечестно! Так, он задел своего друга. Да, давай, 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 что? Да, чуть-чуть мне не хватило. Ну ладно, ребята. Мне нужно сделать пару качков. И я буду самым сильным на этом острове. Погнали. Погнали. Так, что мы делаем? Продаем все. У меня есть уже триллионы, почти 4 триллиона. Мне нужна генетика. Так, какая генетика мы купим? Вот эту. Наверное, следующую куплю. Так, я могу 5 триллионов качать. И теперь мне нужно хороший какой-нибудь предметик такой. Давай пока вертолет, наверное. Хотя... Ну, ладно, давай вертолет куплю. Он не так дорого стоит. Так. Погнали, качаем. Ху-ху-ху, сколько мне дают? 318 миллиардов за один подъем этого вертолетика. Так. Так, 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 так. И теперь продаем. Продаем, продаем. Сколько у меня есть? 23 триллиона. Теперь мы можем купить... Дом можем купить? Да. Нет, чуть-чуть не хватает. Сейчас куплю старый дом. Так, продаем. Все, теперь должно хватать. 20... А, чуть-чуть, совсем капелюшечку не хватает. Вот, теперь должно точно хватать. Продаем. И покупаем старый дом. Так. Есть, ребята. Ну что, у меня теперь домик. Он дает мне уже 1 триллион почти 200. Вообще жесть, какой быстрый кач. Ладно, ребят, сейчас буду дальше качаться быстро. Но я же вам обещал, что буду покупать какие-нибудь облики. И давайте сегодня мы что-нибудь купим. Так, магаз. Вот эти облики. Я сегодня покупаю вот этот вот зомбак за 800 баксов. Ну что, берем его? Берем. Все, ребята, я купил облик. Новый облик. Сейчас мы проверим. Вау, ничего себе облик, ребят, смотрите. Какой я стал страшный. Черный, с черной аурой. Да меня тут все боятся сейчас будут. Все, осталось стать большим и наказывать. Просто уничтожать здесь всех. Ну что, давай, давай. Домик, погнали качать. Фух. Что? Он заполняет 5 триллионов вообще быстро. Так, нужна новая генетика. У меня есть 45 триллионов. Вот эту генетику покупаем. И новый предмет. Нет, новый предмет, наверное, не хватит. Или хватит. Сейчас качнем по-быстрому. Жесть, да оно мне дает сколько? Я не понимаю, 1 триллион? Да, 1 с чем-то триллион. 1,2 почти, что ли, дом, да. Так, продаем. И покупаем новое что-нибудь себе. У меня есть 83 триллиона. А, мне нужно 200 на многоэтажечку. Давай, ладно, еще качнем чуть-чуть. Жесть, жесть, я хочу стать уже большим и страшным. Вот это облик вообще какой-то крутой. Так, 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 так. Сколько там? Давай, продаем. Нет, чуть-чуть не хватает на дом. Ладно, сейчас дом куплю, а потом, наверное, придется немножечко задонатить. Потому что я не люблю это долго ждать, особенно когда ты записываешь видео. Долго вот так вот стоять, качаться никому не интересно смотреть. Всем хочется сразу все увидеть. Поэтому, ребят, сейчас я покупаю дом. Так, убираем, продаем. За свои денежки покупаем домик. Вот. Многоэтажечку такую. Кто бы хотел здесь жить? Ну-ка, расскажите. В этой многоэтажечке. Так, и теперь, в принципе, можно не качаться и
просто зайти и купить что-нибудь. Давай посмотрим, что там вообще стоит, сколько. Следующее. Так, вот сюда. Вот сюда. Тарелка, видите? У меня пирамида открыта, кстати, была. И вот 470 уже квадриллионов. Это каньон какой-то. О, ладно. Что мы можем купить? Мы можем 22 квадриллиона купить. Короче, ребят, я, наверное, возьму 22 квадриллиона. Как вы считаете, а? Нормальная покупка? Я думаю, нормально. Окей. Окей, я купил 22 квадриллиончика. И теперь мы можем купить... Ну, пирамиду не хватает, но вот эту штуку точно куплю. А, нет, чуть-чуть не хватает на эту штуку тоже. Ну-ка, давай еще качнем, качнем тогда. Так, вы не балуетесь, чуваки, вы не балуетесь. Да вы вообще посмотрите, кто здесь ходит. Черный чувак с красными глазами. Который может просто вам надавать люлей. Вот так вот, например. О, чувак, что с тобой? Не знаю, какая-то кровавая сила, что ли. Так, ладно, мне нужно качаться. Ну-ка, что-то все подглючивает, наверное. Уже показывает его вообще непонятно как. Так, ну еще мне не хватает. Еще чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть бы. Давай. Мне нужно 24, да, там вроде бы. О, так долго я буду качаться. Конечно, это я купил. 24. Ладно, давай летающую тарелку куплю. Так, у меня есть летающая тарелка. Она мне дает 9,5 триллионов. 9,5 триллионов всего лишь. Так, а вот тот чувак стоит. Помните, он у меня бежал. О, подожди, не то. Не туда нажал. Продаем. 5 триллиончиков. Короче, давай, качаемся. Сейчас я стану большим и отомщу тому чуваку. Хотя я его уже бил, но он последний же меня прибил потом. Я должен быть... Теперь должен обязательно его побить. Итак, ребята, я сейчас стану большим. Ну что, я вот такой вот маленький, черненький, с красными глазами, горящими. Непонятно, какое существо. Теперь я стану таким же, но огромным. Смотрим. Бах! Ну что? Вау! Ребята, смотрите, каким я стал. Ну что, кто там нарывался? Где этот чувак? Все, сбежал сразу? Вот он бегает, иди сюда. Я тебя просто растопчу, все, отдохни. Нарывался он на меня. Вообще жесть. Да здесь никого нету, кто бы со мной мог сразиться. Ребята, я здесь самый сильный на этом острове. Так даже не интересно, кого бить, кого бы тут притоптать. Вот так, некого. Но я стал вообще реальным угольком. Темная сила во мне. И глаза, это вообще просто чудо какое-то. И тарелочка, которая уже так заполнилась все здесь. Так, у меня есть 5 квадриллионов. Ну и не знаю, нужно качаться дальше, ребята. Пирамида, каньон. И здесь, кстати, не так-то и много осталось предметов. Скоро игра будет пройдена. И у меня осталось... Ну-ка, сколько для следующей вот этого... Для силы 25. Чего? Я уже даже не знаю. Стейдж 9 будет золото. Х66 скорость. И 1... Почти 2 миллиона. Х2 миллиона. ХП, дамаг, гейн. Подождите... Что это за... Ребят, ну-ка скажите, 25 чего это? Квадриллионы, потом как там идет? Квинтиллионы, может, какие-нибудь или что? Я не знаю, ребят, напишите в комментариях. Ну, а на этом, думаю, на сегодня можно сегодняшнюю серию закончить. Я докачался вот до такого монстра. Я купил облик этого монстра. Жесть. Получил 8-й стейдж, остался последний 9-й. И осталось там несколько предметов. И все, игра будет пройдена. Я стану почти самым сильным. Смотри, какие глаза, там что-то горит, все непонятное. Вау! Вообще, что такое? Это комета летающая, ребята. Я комета, смотрите. Чего такой огонь? Эй, что это такое? Жесть. Что случилось? Я просто горю, я весь горю, смотрите. Вообще. Пойду-ка нубасиков попугаю здесь, маленьких этих... Эй, вы не боитесь меня здесь случайно? Смотрите, это опустошение какое-то происходит здесь, сила. Опустошение, темная сила. Так. Чувак, ты что, не бьешься или что? А что ты не бьешься? У меня сила есть вообще? У меня есть 9 триллионов силы, а чувак не бьется. Короче, что-то забаговалось. Никто не бьется. Никто не бьется. Эй, как будто у меня вообще нет силы. Жесть, вообще, ребят.
Все, на этом на сегодня мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за новыми сериями. Скоро мы пройдем эту игру. Все, ребятки, всем удачи, до новых встреч и пока-пока. А я пока побегаю здесь непонятным таким темным существом с очень темной аурой, и вообще я весь горящий какой-то чувак.